Ой, боже, мама ушла. Смотрите, смотрите, они пытаются ходить. Галчата ТВ. Привет, галчатки, вы на канале Галчата ТВ. В прошлом видео я вам рассказала, что вчера наша кошка Матильда очень сильно заболела, она отказывалась от еды, это состояние было для нее очень опасное, потому что она кормит 5 котят, и при неоказании помощи она могла умереть, если бы это состояние углубилось, как уже мне сказал ветеринарный врач. Ветеринарные клиники были закрыты, но, слава богу, мне удалось вызвонить по телефону, мне оказали телефонную консультацию, хорошо, что сейчас есть скайп, можно отправлять, можно консультироваться по видео. И сейчас я вам расскажу, как мы лечили нашу кошку, а ты, если еще не подписан на наш канал, вот просто сейчас нажимай на красную кнопку под видео и подписывайся на очень добрые каналы животных. Давайте начинать! Ветеринарный врач сказал, что нужно будет уколоть катазал, либо вот его аналог витазал, и глюконат кальция. Глюконат кальция нужно будет уколоть 2 мл внутримышечно, и витазал 1 мл внутримышечно. Вот у меня есть 2 шприца по 2 мл, и сейчас я буду делать уколы нашей кошки. Самое интересное, что буквально сразу после уколов Матильда стала просто разрывать еду. У нее было много еды, которую новую я ей поставила. Я ей куриную котлетку и просто сырую курицу порезала. Она никак не хотела есть. И прошло буквально 20 минут после укола, как она начала кушать. Это здорово, потому что, честно говоря, я уже стала нервничать. Хорошо, что есть сейчас помощь и онлайн, когда ты не можешь просто добиться врачей. На самом деле момент такой, что я и подозревала, что это именно нужно уколоть ей кальций, но, знаете, брать на себя ответственность не спешишь, пока тебе еще кто-то не подтвердит. Не знаю, косточку я просто так положила ей, но именно ее она так отчаянно ест, но пускай поест. То есть косточки кошкам, они не так вредны, не опасны, как собакам. Кошка не может его так быстро разгрызть. Ну а там, когда она вот эти хрящики съест, где как раз и есть кальций, который ей сейчас очень нужен, я тогда потом уберу. Но кальций подействовал. Посмотрим, как там наши котята. Они просто судорожно мяукают. Давайте я вам сниму их на видео. Я уже успокоилась. Ой, боже, мама ушла. Мама ушла, оставила детей. Кошмар какой. Требуй маму, срочно сессию. Как видите, у котят почти у всех открыты уже глазки. Это здорово. Такие маленькие возмущения, где наша мама с ее сессией. Я даже не знаю, кого они больше зовут, маму или сессию. Такие потешки, смотрите, они уже начинают быть похожи на взрослых котяток. У них уже открылись глазки. Еще тяжело понять до конца, кто из них будет прямоухим, а кто веслоухим. Но есть уже предположение у меня, а вы можете свои писать в комментариях. Вы смотрите, как он уже пытается ходить, котенок учится ходить. Мой ты малыш маленький, как он смешно ходит. Смотрите, смотрите, они пытаются ходить. Первые шаги, они такие сложные. Машунь, смотри, они пытаются уже начать ходить. Залазь за мной туда. Ты их видишь, не видишь? Вижу. Уже этот уже открыл глаза. Они уже почти все открыли глазки, да. Мы с тобой смотрели еще. Еще закрыли. Не, у него открыты глазки. Смотри, как они уже пытаются научиться ходить. Прикольно. Да? Да, только я пятого не вижу. А, вот. Вот он сидит, тут карапуз. Белый. Мама ушла кушать. Маме полегчало, и мама пошла кушать. И дети сразу начали возмущаться. То есть, мам, ты че? Асися где? Асися, давай. Асися. Вы знаете, вот эти их ходьба, это все, это для меня самая большая благодарность. Ты куда? Ого, как он далеко уже, смотри, как он далеко уходит уже. Так, все, пора делать коробочку с большими бортиками, чтобы они никуда не потерялись. А то будем потом еще доставать их откуда-то. Такие милые. Да, малыши-карандаши. Они такие нравятся. Ребят, ставьте лайки, кому нравятся котята, и пишите в комментариях. Ой, бузички. Пишите в комментариях, каких маленьких котят у вас были, или, может быть, каких маленьких котят вы держали в руках. Вот кто там держал? Месячного котенка, двухнедельного, трехдневного. Просто интересно узнать, насколько вы видели вот таких вот маленьких малышей. Ну все, ребят, всем пока-пока и до новых встреч. Пока-пока.
приглашаем вас посмотреть другие наши видео, которые вы сейчас видите на экране. А также, если ты забыл подписаться, нажимай на изображение нашей мамы и меня и подписывайся. Ваш кот Макс.